Шадринские спортсмены стали победителями и призерами турнира по кикбоксингу. Соревнования прошли в городе Каменск-Уральске и собрали около 200 участников. Во дворец спорта «Салют» на 4-й традиционный турнир по кикбоксингу съехались спортсмены из Екатеринбурга, Арамиля, Полевского, Первоуральска, Новоуральска, Каменск-Уральского и Шадринска. Бойцы из клуба «Уральский характер» уже не первый год принимают участие в данных соревнованиях и показывают достойный результат. Высокий уровень соревнований подтверждается тем, что среди участников были победители и призеры прошедшего в этом году первенства России. Количество участников в весовых категориях доходило до 12, поэтому некоторые спортсмены провели по 4 поединка в течение турнира. Под руководством тренеров Сергея Бухвалова и Евгения Пахтусова шадринские спортсмены стали победителями и призерами в своих возрастных и весовых категориях. В копилке сразу 5 наивысших результатов. Первое место у Артема Пахтусова, Тимофея Сысоева, Даниила Тенигина, Арсена Агишева и Арсения Сычугова. На втором месте турнир завершили Кирилл Головырцев, Богдан Вильданов и Дмитрий Конев. Никита Веденеев, Александр Новокрещенов и Семен Баталов на третьем месте. Тренеры шадринских спортсменов отдельно отмечают высокий уровень работы в ринге Артема Пахтусова и Сысоева Тимофея. Следующий турнир у спортсменов пройдет уже в начале ноября.